что ж, сейчас все должно быть окей. Прошу прощения. Скорее падало отображение клиента в турнирном лобби. Ну что ж, значит, время у нас начинать фармапы все-таки. И первый вармап на этом турнире будет Ачими. И у нас это Реншо Босс, он уже так многим знакомый. Ну почему бы действительно не сыграть вармап с Пола? Одного из последних турниров. Ну что ж, игроки уже решили до отсчета немного даже начать эту игру. Это было в пуле одного из турниров на самом деле. Вполне возможно, что та же дифа. Так, хит-саунды на месте? Нет, не на месте. Ну что ж, тем временем, очень забавный момент, оба игрока занимали на разных фаскапах второе место. Так что кому-то из них предстоит наконец-то выиграть на стримах этих турниров впервые. Слава богу, Диадор не играет на этом турнире, потому что Лёшку я бы не дал ему ставить. Не дозашёл, потому что большие правила приличия, и тем временем первая помарочка Зубашина в вармапе. Надеюсь, это поможет хоть немного снять напряжение игрокам все-таки. Ручки трясутся, нервишки шалят, ошибки допускаются. Мапу не такой уж и легкий, особенно после того, что произошло сегодня. Некоторые карты довольно нехило так ребаланснулись по старрейту. Ну что ж, первый вармап у нас сыгран. Зубаши сейчас у нас готовится выбрать свою карту для разминки. Итак. Зубаши пока еще не определился с выбором. Итак, карта лично у меня сейчас скачивается. Тут интересная, интересная нермана. Феофан, так и знай. Этой карты, естественно, в клиенте нету. Поэтому у меня пока отыграет совершенно другая карта. Очередной Критексосу Cup Invitational Reference. Так, игроки немного решили меня не подождать. Потом мы пока наблюдаем совершенно другую игру. Великолепный ранг, между прочим.
так, небольшой перезапуск клиентов. Да, не хочет у нас сегодня эта карта нормально скачиваться. Сегодня, к сожалению, один. И время уже настало, на самом деле, бы заролить. Да, мап отказывается work, есть такое дело. Не, я не против, на самом деле, если еще один вармап, просто у них такая ситуевина вышла, скажем так. Потому что анран карты в турнирном клиенте могут не потянуться. Не, я не против, все хорошо в плане вармапа, никто никого не душит. Все-таки про девки Аимера. Жестко. Так. Наконец-то у нас теперь стоит карта, которая где-то есть на сервере ОСУ. И спид-ап версия Say Goodbye. Оу. Кажется, это привет для X-Fire. X-Fire красавчик. А Чимми все равно впереди с меньшей аккуроси, но с большим комбо. Похоже, кто-то надеялся нажать много ППМов на карте. В настоящем мап-пуле. Именно касаемо вармапов на будущее, желать те карты, которые 100% есть на сервере ОСУ, как минимум. Но они могут не загрузиться. Оу. И Сэдзубаши падает в фейл на самом деле, и уже теперь действительно пора бы ролить. Тем временем, один от Чимми 66 от Сэдзубаши. Интересные роллы. На самом деле, ну что ж. У меня интересные штуки с языком. Первый бан от Чимми. Ролл на минималках. И не будет у нас сегодня первого даблтайма. А именно Кларис Клик. Я уж извините, буду сокращать. И не будет R8 хита на Neverland.
интересный выбор. И это Суперфлай, первый хард-рок. Для друзей из Кореи. Отличный кей-поп. Наблюдаю просто безумное количество фанатов кей-попа в чате. Не знаю, как вы, а мне самому очень интересно и волнительно посмотреть то, что скоро время начнется, пока мы только Чимми ожидаем. Особенно, когда Хэйр все-таки оказывается легче на мода, пулем. Слушай, мы ожидаем только готовности игроков. Какие интересные признания в чате. Так, наконец-то игроки у нас готовы. И наконец-то эти финалы начинаются. И начинаются они буквально через несколько секунд. Карта наконец-то загрузилась. А в нашем миниатюрном опросе тем временем игроки и зрители поставили на победу Судзубаши. Ну что ж, посмотрим, сбудутся ли эти прогнозы. И Судзубаши допускает первую ошибку. Сразу видно, что оба игрока не очень часто жалуют нас в хард-рок картами. И тем временем Чимми набирает комбо. Судзубаши уже набирает 90% accuracy. И остается совсем на небольшое количество очков. 300 комбо есть у Чимми. И уже более 200 у Судзубаши. Разрыв слишком не увеличится при сохранении комбо. И вторая ошибка от Судзубаши. Чимми начинает отрываться. И тем временем отметку 50% мы проходим на карте. И Судзубаши не хватает комбо пока для того, чтобы хотя бы попытаться остановить увеличение преимущества Чимми. Что ж, подходим мы к следующему Киаю. Еще одна ошибка от Судзубаши. Здорово, Вайс.
И уже довольно значительное преимущество, более 300 тысяч от Чимми. И остается только доиграть эту карту до конца. И еще одна ошибка от Узубаши, которая уже абсолютно ничего на карте не решает. С преимуществом более 500 тысяч, первая карта достается Чимми. И ее же пик сейчас наступает уже. Довольно нервное начало для Судзубаши, целых 6 миссов на карте. Неприятно проигрывать свою карту. С другой стороны, может быть, как раз именно этой карты ему не хватало, чтобы выпустить пар. Ну что ж, второй фримод. Воу. Вот именно такого варианта, между прочим, я не ждал. Это Миша Наскин и фримод. Что ж, пока мы ожидаем Судзубаши и... Скорее всего, это будет игра до первого фейла. Ну что ж, мы ожидаем только готовности игроков, того, что они выберут моды. Будет уже очень интересно посмотреть. С наибольшей вероятностью оба игрока будет играть Hidden. Тем временем зрители требуют больше БПМа. Готовы. Здесь Бирка не проглючила, в очередной раз я все правильно увидел. Так, небольшая остановка. Один игрок у нас все-таки мог не выбрал. И мир когда меня обманывает. Так, Судзубаши забыл про выбор мода на фримоде все-таки. Ну что ж, оба игрока все-таки у нас очевидно выбирают Hidden на этой карте. И это пик Чимми. Как я уже говорил ранее, вероятно, игра будет до первого фейла. Карта безумно сложна, после ребаланса она уже приблизилась, насколько помню, к отметке 5,5 звезд в ноу-моде. И первая ошибка от Судзубаши. Ошибается на соло парте. Тем временем Чимми 200 комбо имеет уже. И начинает потихоньку отрываться.
есть еще одна ошибка от Судзубаши. Тем временем у Чими более 300 комбо. Стремительно начинает набирать разрыв. Что ж, даже первый кей у нас еще не начался на карте. Начнется он только около отметки 50%. И наконец-то Киай. Ошибается Судзубаши на джампах. Оба игрока преодолели стрим, но... как мне показывает, все-таки Мирка нет. Не смог он довести до конца, и Судзубаши ошибается и летает фейл. Ну что ж, это уже 2-0 в пользу Чими. И первый фримод выбирает у нас. И это Океанус. Ну что ж, пока хайба пэма, похоже, не будет. Интересная битва. Немножко спойлеры прям. Ну что ж, игрока готовы. ХР Хида на Судзубаши, Хида на Чиме. Довольно простой фримонт. Оба игрока дают сотку на первом. Ну а те, слава богу, что не крест. Ну что ж, посмотрим, справится ли Судзубаши с этой картой. Все-таки небольшое преимущество по скору у него есть за счет модов. Но он и более требовательный к аккюраси. Так, до скорого 2. Хорошая accuracy заканчивает вступительный парт Чими. Судзубаши значительно отстает. Ошибается у нас в небольшом стеке Судзубаши. Тем временем Чими набирает более 300 комбо. И начинает уже со значительным преимуществом отрываться. И после первой третьей карты уже 60 тысяч преимущества имеется. Что ж, небольшая прогрузочка у нас. Судзубаши тем временем имеет более 300 комбо. Сейчас все. У нас будет зависеть от того, будет ли ошибаться Чими. Чими выражает свой протест хардроку. И
До сих пор 3% разница по accuracy между игроками. Хороший спиннер от Чимми. И преимущество начинает уже за счет accuracy увеличиваться. 135 тысяч в пользу Чимми в последней четверти карты. Но оно очень быстро может растать из-за любого креста. Завершающая часть карты и уже с огромным отрывом лидирует Чимми. Ну что, Shift-Rop full combo для Чимми, и счет становится 3-0 в ее пользу. Ну что ж, может быть, реверсип это матч бывает, между прочим, уже. Сузубаши надо бы собраться для того, чтобы забрать хотя бы одну карту. И первый хиден от Чимми. Харуюкои. Ну что ж, оба игрока готовы. Это значит, что в самое ближайшее время матч между ними начнется. Оу. Ох, этот турнирный клиент, что он творит. Ну что ж, весьма интересный хит у нас ожидает. Невероятно интересная карта. Как же справятся игроки с ней? Хорошо, начинаем вступительный пар Чимми. Сузубаши тем временем допускает все-таки пару соток у нас. Что ж, на вступительном парте оба игрока проходят отметку в 200 комбо. Первая ошибка от Сузубаши. Смог до конца прочитать эти коварные джампы с Сузубаши. И первая ошибка от Чимми. СС, к сожалению, не будет. И немного еще впереди по комбо Чимми. Просто безумно выгодном положении на этой карте. Которая не такая уж и длинная, и проходит отметку 50%. И вот этот импровизированный KI уже практически должен будет закончиться. Ошибается Сузубаши на этих коварных джампах. Чимми
Чимми тем временем набирает уже более 300 комбо. Сшибается Судзубаши в очередной раз. И кажется, не справляется он немного с нервами. Попросту пропускает ноты. А тем временем Чимми приблизилась к отметке 500 компа и успешно проходит ее. Еще одна ошибка от Судзубаши, но ничего, она абсолютно не решает уже, похоже, в этом матче, и это уверенная 4-0 для Чимми. На чем мы ее и поздравляем с первой победой в группе. У Судзубаши есть теперь одно поражение, но это пока еще нам ни о чем не говорит.